Всем здорово, дорогие друзья! С вами сегодня, как всегда, Кофи, Толя, Следователь, Андрюша, Антифа и Сережа Болотов. И сегодня мы играем в Dead by Daylight. Всем вычапы! Я вас вижу, пацаны. Так, а я вас вот не вижу, понимаете? Короче, так, друзья, ладно, мы продолжаем играть. Ну что вы делаете? Ну-ка, что он умеет делать вообще? Подожди, я первый раз играю за Демогоргана, ребят, да. Напоминаю то, что мы играем сегодня в Dead by Daylight, и тут у нас, значит, все, приплыли. Вышло, ну не стойте здесь, я пацаны! Я тут никогда не был, я не знаю, что это за место, даже катакомбы какие-то. Это лаборатория, Андрей, сразу видно, сериал не стоит. Да а что это он? Здравствуйте, здравствуйте. О, а что, ваншот, что ли? Понятно, Олежа, понятно. Ой, так. А почему ваншот-то, ни хрена себе? Я отсюда. Камшот. Да. Что, Андрей? Так, подожди, стой. Я не хочу тебе подарить. Да, я портал поставлю. Подожди, мне просто интересно, как это вообще работает. Че, обниматься если хочешь, да? Да иди, я тебя возьму, иди, я тебя обижать не буду. Ну пошли, пошли. Так, а вот, окей. А вот прям вот сюда и повешу. Вот так вот, вот так, замечательно. Бедный так, Сережа. Ну ладно. Так, и давайте вот сюда. Как я понимаю, портал так работает, да, по идее? Позови меня с собой. И что, я могу типа... Я могу... Я как портал? Александр... Опа! Здрасте! Да блин! А что такое? А куда вы... это? Ну не куда? Никуда тебе показалось! Запускай. Ой, ну ребята, не ну вы пожалуйста. Чего так? Пускай блин, я думал, стол. Он уже убежал, Серега! Иди сюда, я иди сюда! Пускай все сдохнут. Ай, хорошечно-то как, ай, хорошо! Понятно, Андрюша, понятно. Так, мне кажется, самое время... Пускай все сдохнут. Вот так вот с таким настроем мы идем играть в Dead by Daylight, друзья, понимаете? Я буду жить, кочениться, нет, Андрюша, ты не Андрюш, ты не мог бы немножко нам помочь? Да ладно, у меня ничего не получается все равно чинить. Я начал, сейчас зачиню этот через полчаса. Так, как тебе Толя? Убегай, убегай, убегай. Но нету его. Толя, ты просто уползай, Толя, ты уползай и все. Погоди, стой. Просто уползай, да и все. Погоди, стой. Я пытался. Что делает вот направление бездны? Это вообще что такое? Это, короче, ты там плюшки ставишь, а потом можешь на них тпшиться. А как тпшнуться, подожди? Там наводишься и что-то нажать надо. О, я могу типа. Андрюш, меня прям быстро можно, Андрюш. Глупые. Так где налево. Вы? Ой, не иди на. Во-во-во-во-во. Блин. Куда это ты побежал? Ну как я уже? Ну все, ну все. Да боже, да нет, ну Олег, ну ты че? Ну как? Ну вы че, ребята? Вы че издеваетесь? Андрюша, прости. Да отвали. Андрюша, прости. Но мне нужно. А, подобрать меня не может, лох. В смысле, не могу. Да пон взял меня. Сереж. Сереж, у меня одна тычка. Мне это. Я понял. Давай, меня прям... Олежка, давай. Олежка, дурак, Олежка, 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 назад, Олежка, назад. Олежка, назад. Ну я с вами играюсь, ну что? Понятно, а, ясно. Я пропустил, ну что ж ты такое? Дурак, да, иди сюда. Все ой, он тоже, ай, да, понятно, ясно. Такая... Опа, и Толя здесь у нас. Да блин, ну, не ну, смотри. Ну смотри, значит, мы как делаем? Значит, Сережа, как мы поступаем? Сережа, беги. О, а, вот как это работает. Он, вот оно что, как это работает. Андрюха, я ползу к тебе, братан. Ну что ты делаешь? Я постараюсь. Нет, постараюсь. Нет, я не вижу. Я в текстурке. О, Вова, теперь вижу. Вот. Что теперь делать? Я не знаю, я давай стекай на меня кровью. Ой, как это противно. Ой, пацаны, ну что-то как-то слабенько. Ну что-то как-то я не знаю. Короче, раз не и вот что мне с вами делать? Пусть The Temple, пусть The Temple, пусть The Temple, my own The Temple. Андрей, будьте любезны, освободите крюк, пожалуйста, здесь очередь. Я пока научусь играть, понимаете? Сопротивляться. Подожди, а как теле... Вот я... Открыть портал. Давай! Нет, камон! Портал телепортировать. Понятно, говно. А, вот, пройти по изнанке. Левый контрол. Вот так. Сюда иди, маньяк грёбаный! Фига куда себе, он как там? Это работает. Сюда! Куда он делся, блин? Сюда иди, подожди, сюда! Давай, ладно, даю тебе шанс, давай, выбирайся. Окей, я выбираюсь, я выбираюсь. Давай, выбирайся. Блин, как я долго выбираюсь, слушай. Давай, 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 давай. Я прям мега жестко долго выбираюсь. Давай, 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 выбирайся. Да, блин. Да я тебе мне. Даю шанс, ты не пользуешься своей возможностью, ты понимаешь? Я пользуюсь изо всех сил, у меня скоро указательный палец, блин, сотрется. Я тебя не вижу. О! Надо давай, же, неужели? Да давай. Ты. Ну куда это вы побежали-то? А куда я не знаю где. Ну вы куда, что вы говорите, не знаете где вы, а я прямо за вами. А я прямо вот здесь. И что, и куда? Па-па-па-па-па-па-па. И куда? Да блин, да какой же ты быстрый, зараза, а! И что будем, ну как собираемся договариваться? А? Я а? Не знаю, я давай, полезу давай под я стол. Давай, я прям портал на тебе открою. Блин, можете, жалко да? Нельзя под стол залезть, а давай, чтобы а это пошли как портал вот. Вместе со мной. А я могу вместе с тобой в портал подойти? Нет, не можешь, давай, наверное. Ну, давай, я тебя подниму. Да попробуй. Ну давай попробуем. Тут что-то лень как-то идти, я бы телепортировался.
Блин, не работает, Толь, ну ты слишком большой, понимаешь? Не поверишь. Я небольшой, я, между прочим, ладно, не буду. Да, куда тебе повесить? А вот сюда давай. Вот сюда давай повесим тебя вот так вот быстренько. И чё? Да, блин. Это между... Да прочим, больно! Да что ты говоришь? Не, на самом деле, там наступает болевой шок. А почему сразу, что за хрень? Да каков, почему? Все, пока. Пока, пацаны. Это моя лаборатория, не стоило сюда заходить, понимаете? Так, Олежа, ну что? Ну что? Что ты нам второй скажешь? Второй шанс, даю вам вторую попыточку, пацаны. Бесполезно, я вас больше спасать не буду, я пошел. Я тоже, короче, пацаны, в рассыпную в этот раз сорить. Ну давайте, давайте, давайте. Последний мертвый. В рассыпную, бегайте, пацаны. Да какого хрена? А что такое? А что случилось? Олег, ты забодал. Куда? В смысле, что? Забодал? Что я сделал? Что не так? Все нормально. Так. Запетушить надо, блядь. Да. Запетушить. А вы вот тут знаете, сколько трупов валяется, вы разве не поняли, что сюда лучше не заходить, пацаны? Так ты нас сам сюда позвал. Чего? Кого? Так это наши трупы. В смысле ваши трупы? Это типа... Это наши дети. О, блин, как нехорошо. На первом этаже у лестницы, пацаны, в подвал. Опа, кто-то меня видел, да, Толя, Толя. Побежал дальше в сторону выхода с карты. Так, так, так. Все. Толя, Толя, Толя. Да. Ну что, пацаны, там... активируйте хотя бы один генератор в этом раунде, нет? Да нет. Получится? Ага. Я сижу просто в углу, жду, пока все активируют. Я тоже поспал. Серьезно? Зачем мне это надо, Олег? Вот это вот напрягаться, да, Андрей, нахер надо? Опа! Ну давайте, пацаны, ну давайте. Как-то странно здесь работает свет, какое-то освещение странное. Ну какое? Блин, сколько здесь трупов на три валяется. А что не так? Не знаю, заходишь в помещение, светло, выходишь в коридор, темно, как-то непонятно. Что это сейчас было? Вообще ничего непонятно и не видно. А еще вот это... Все понятно и все видно. А, я понял, Олежа, да, это... Я понял, да. Что вы поняли? Ты что такое? Что за подстава за мной ворона бегает? Ты какая ворона? Чего? Тупая ворона. А вот ты вот зря сейчас это сказал, на самом деле, ты это понимаешь, да? Да, она уже... Да там ворон на карте, до хрена. Ну, на самом деле, да. Тупая, голодная ворона. Так. Я ворона. О, привет. Да. Идиот. Видишь эту жопу надо мной? Ворона. Слышал только что ворону эту вашу, понимаете, пацаны, да? Сейчас же я за вами приду. Я птичка. Ребята, вы где? Да, отвали, Олег, пожалуйста. Сережа, бля. Опа. Нифига себе. Испугались, а, все понятно. Да? Испугались, страшно вам, да? Обосрался. Ой, как я... Я тоже малюся поддал. Ой, как хорошечно-то. А кто это у нас там на третьем этаже, а? Кто это у нас там на третьем этаже? Ребята! Охренеть, ты слышишь? Я только что просто мимо него прошел, он же меня не заметил. Просто прямо перед его рожей прошел. В смысле? Не понял? А вот сделай ему эту саечку за испуг, Андрю, знаешь, типа. Так, сейчас, во. Ай, хорошо, иди сюда, иди сюда. Работаем. Там, по-моему, Серегу это звездит. Ну, Олеж. Понятно, минус Серега. Это было ожидаемо. Иди сюда. Так уж, АП, Серег, тебя моментом море убивать не буду. Так, куда пожелать? Пошли вместе, во, видишь, да, пошли. Да, пошли. Давай. Я вот тебя, вот сюда, не против? Почему? Не-не-не, Олеж, ну, Олеж, ну, что ж такое? Ну, позвал меня на свидание, ну, зачем это оставляешь? Какое свидание? Ты чё, про какое свидание? Понятно, всё. Так, чё, Андрюх, починишь еще один геник? Два останется, а ты всего. Чё, ты будешь стоять на месте, что ли, ничего не делать дальше? Не, я один починил только что. А, да, слушай, ну сейчас мы... На удивление, один генератор реально починил. Они все... А, деньги! Куда это вы собрались? Куда? Куда? Андрюх, он бежит за мной, Андрюха. Так и знал, я же так и знал. Сценарий, в принципе, тот же, я не буду вас никого спасать. Понятно. Ну куда это вы убегаете? Ну стойте, ну пацаны. Ну а зачем? Зачем, скажи, Серега? А тупик, да? Тупик, Толя, да? Подожди, стой секунду, подожди. Ублюдская тема, нас смысле ненавижу, но реакцию. Ой, надо успеть, бля! Не-не-не, погоди, да погоди, бля! Вот так вот, и так будет. Андрюха не стал меня брать, он не взял меня. Он надругался над моим телом и это... И пошел дальше. Тупая спейс, ненавижу, она бесит ее нажимать. Зачем ее нажимать? Парни, как я вас люблю. Три раза нажал за всю эту тему. Андрюх, я сейчас к тебе приведу кровавый след, бля, из своих кишков. Ну, привет. Ну, привет, дедуля. Дай дочинить, она меня заебала уже.
Давай чини, Андрей, чини. Странно, что у дедули не получается починить генератор, Андрей. Дебильная тут поиска. Ну я согласен, дебильная система. Помочь может, не? Во, наконец-то стало. Починим, ну молодец. Даю фору 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Ну отстань, ты меня петушила, а. Ну, Олес, молодцы, ну что ж ты такое? Иди сюда. Куда это вы побежали? Куда? Да все, Олег, отвали, все. Не отстану. Я в домике. За кем он бежит? Ты когда кровишь в домике, слышно и видно тебя. Стерёша. Ребята. Валя, глупый нуб. Беги на меня, беги на меня. Почему я не могу пользоваться телепортами? У меня такое. Да иди ты, а. Понятно, Серёга, не добежи до меня. А меня кто-нибудь может вылечить, нет? Я могу, но для этого меня надо поднять. А вот ты где! Иди сюда. Ну вот, ну опять ты бесполезно, а. Ну иди ко мне. Чё ты там сказал? Ну опять он тебя ловит, господи. Он не меня он ловит, он тебя ловит. Опа, Андрюшенька, иди сюда. А, бля! Только сейчас дожил, да? Толя, Толя, пожалуйста! Еще немного, я бы захватил тебя. Бля, беги, не останавливайся, беги. Ну что ты, поднимай меня! Что ты стоишь? Да, я поднимаю. Понятно. Отлично, две личиночки тут валяются. Понятно, понятно, я понял. Так, ну давай, Андрюш, иди сюда. Давай. Да отвали, петушара. Ты будешь первым. Давай, так, смотри, я предлагаю повесить. А давай на третий этаж прогуляемся с тобой. Да боже мой, да боже. А что, на третьем этаже, что ли? Андрюш, ну слушай, тебе, походу, повезло. Ну отвали, смотри, крюков я здесь тебя нет. Прошу, отвали от меня, ну тварь. Ну нет, здесь крюков. Отвали, ну, куда? Ну куда, куда? Погнали, погнали, сюда. Куда? Почти дошли, кстати, с тобой до крюка, Андрей, понимаешь? Сюда. О, боже мой. Сюда. Ай, чего ты, вон где мой слоник? Сейчас, подожди. Куда залез? А, я должен сначала, сейчас, погоди. Нормально? Что это было? Да отвали, петушила, а. Я петушила, ты на свой никнейм посмотри. А почему я не могу? Что за хрень? Так, ладно, давай вот на этот крюк, не буду подниматься. А, да лечи. Помогите, а, идиот, а. Вот, чего сказал? Вот так вот. Кто нас там налечил? Так. Там надо Андрюху это. А значит, а Толю, значит, погнали. Я целый генератор починил. Нет, почему я тебя не могу? Я тебя почему-то не могу, Серег. Так вот, я сделайте ему обманку, наебите его. Ника, идет к нам. О, ребята, я хочу есть. Я хочу есть. Опа. Опа-на. Ну давай, наконец-то. Да вон, Андрюха. Валим, блядь. Куда это вы собрались? Маслину поймал, Олег-то. Че, Олеж, я здесь. А, понятно. Ну ладно. Что, давайте теперь лечиться, пока. Давай, беги за мной. Беги, маленький. Давай. Кто? Я Олегу. Серега, ну давай. А, Серега, нам надо встретиться, вылечиться. Серегу. Иди сюда. Так вот, надо как-то. А вот каким боком? Как нам скооперироваться, чтобы отпетушить Олега? Он пока за мной бегает, но он не может меня догнать. Ну подожди, сейчас догоним, погоди. О, бля, нет! Бля! Он не перепрыгнул, дебил! Иди сюда. Не-не-не, Олег. Не-не-не-не-не. Да. Он сюда бежит, если что, пацаны. Ой, Серёжа! Назад, идиот, он тебя увидел. Иди сюда, ко мне мои сладенькие. Ну, идиот. Ты взял его сюда, привел. Иди сюда. За кем? Сюда. Ой, это кто у нас тут такой? Куда это вы убегаете? А куда это вы залезли? Да, здравствуй! У тебя сигара, у тебя такой взгляд испуганный был! Андрюша, ну все это хапало. Петушара, Олег, ты петушара. Чего? Вот сюда давай. Отпусти меня, блядь. О, больно, да, Андрей, больно, понимаю. Вообще-то нет, я уже говорю, что здесь наступает болевой шок, да? Поэтому вообще не больно. Ну и что за бред сопротивляться? Спасите меня, сопротивляюсь. Друзья твои где? А вот! Как ты, зараза! Нет! Да не снимайся! А, нет, блядь! Держать! Ну давай, ну давай! Нет! Пока, Андрюша! Нет, блин! Пока, Андрюша! Почему он, Андрей, не снял? Трусливое болото, блядь, с ним там рядом. Блядь, я не успел.
Бля! Хорошечно! Ай, хорошечно! Как больно, мама! Да ты... Идиоты! Эй! Сережа! А я знаю, что ты здесь! О, блин! Я знаю, что ты тоже здесь! Я знаю, что Сережа где-то тут! Пацаны, я знаю, что вы оба здесь! Можно меня и убивать теперь! Сереженька. Так, Олеж, давай я его подниму. О, ты видел, кстати, в столбах, где подвешивают типа давай. Сурвайвов, там крысы торчат. Серега, тебя спалился, пиздец. Ну, Сережа, ну куда его? Давай, давай, Сережа. Ну куда? Снимай, ты мог его снять быстро. Нет! Ну все, гадят. Все, Толя, либо ты сейчас его спасешь, либо Толя, все, хана. Ну, Сережа, ты же... Я убежу, я уже убежу. Да ты что ты куда? Куда? Сережа, нет! Попрощайся со своим другом. Пока, скажи ему. Скажи ему пока-пока. Так, ладно, Сереж, смотри, куда? Моя душа не выдержала этого проигрыша. Давай, да вот скушай здесь, ты меня уже, а? Давай вот ты скушаешь как тогда. Олежка, Олежка, Олежка. Да-да-да, чего? Давай вот сюда вот все, Сереж. Вот. Ой, дурак. Отлично. Ой, хорошечно-то как, а? Ой, ну, ребята, ну, зачем второй раз мы возвращались-то сюда? Скажите, пожалуйста, вот для чего, а? Ну, если нас было побольше, ты бы был бы опущен. Ой, так, конечно, ты так всегда говоришь. Мы бы уже сбежали, мы бы уже в Канаде были. Да. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наше сегодняшнее видео по Dead by Daylight подошло к концу. Я надеюсь, что оно вам понравилось, вы, как всегда, поставили свой драгоценный лайкусик и подписались на все наши каналы. Ну, а с вами сегодня были, как всегда, Кофе, Интифай, Толя, следователь Сережа Полутов. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Всем пока. До свидания. Come on.